Дуэт двух талантливых женщин – это всегда успех. Тем более, когда одна из них – Верка Сердючка, а другая – наша знаменитая фигуристка Глюкоза. Именно под их песню решили бороться за победу наши следующие участники. Татьяна Навка, Марат Башаров. Какой вариант сейчас делаем? На две ноги. Ну, Илюша про другое говорит, Тань. Ну, скажите, делаем вот это, а то делай, что делать, я не понимаю. Делай, делай. Блин. Танюш, ты на меня не обижайся, потому что ты понимаешь, ты, я не могу сделать сразу движение, сразу элемент. Я не, это не сделал. Я не фигурист, я не могу сразу... Я сказала, было замечательно, теперь ты не можешь сделать. Я не могу сделать, потому что у меня нет такой физической памяти, как у тебя. Если я сделал, то я сделал это случайно, случайно получилось. Мне нужно это тренировать, тренировать, тренировать. Это тебе покажи движение, ты сразу сделаешь. А мне нужно... Годы мне нужны, чтобы мне это сделать. Не ругайтесь, пожалуйста. Не, мы не ругаемся, просто, понимаешь, чтобы сделать движение, его нужно тренировать. А не делай, 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 понимаешь? Не помню ничего. Показал движение, давай я буду тренировать, я буду один приходить, его тренировать. Ты мне главное только покажи, не надо... Делай, почему вот он не может этого сделать, все, я не хочу ничего. Ну что это такое-то? У нас очень мало тренировок было, если честно, в прошлой программе. И я не заметила роста такого, какого я хотела бы видеть. И на эту передачу я зарубилась. Встал и сделал, да? Я не могу, я не бог. Давай. Двойной могу прыгнуть, тройной могу. Ну ты не говори, я не могу. Ты мне не могу тогда. На меня смотри. Ну, подожди, Тань, подожди, я на тебя смотреть. Мне нужно смотреть, пока я куда я еду сначала, пожалуйста. На тебя смотреть, еще скажи это. Дыши ровно. Я честно вам скажу, я держался из последних сил, чтобы просто не сорваться. Ну, все-таки у меня восточная кровь. Я держусь до поры до времени. Но потом происходит взрыв. Пусть пропах твой конек и дождем, и бензином. Пусть посеребрил твой виски седина. Радостно встречат тебя с маленьким сыном. Выйдет к перекрестку бережная. Сейчас борьба так и начинается, и каждый уже хочет добиваться успеха. Делай поддержку. Делай. Я это шоу теперь называю не «Звезды на льду», а «Звезды в аду». На льду Татьяна Навка Марат Башаров. У Татьяны с Маратом уже 3 победы в 3 соревновательных днях. И каждый танец этой пары, безусловно, событие. Говорила я тебе много раз, того, что ты выбрала дурное, это ж просто азарт, какой-то страшный несуразный, говорит ерунду, и если это выбор твой, назвать бы я не пойду, не пойду, дум-дум, ты ж просто дура. И рожай. С
смотрел этот танец и улыбался с первой до последней секунды. Это дорогого стоит вызвать неподдельные эмоции. Ребята очень искренне на льду и вызывают такие же искренние чувства. На мой личный взгляд, эта пара, как и другие участники проекта, достигли уже такого уровня мастерства, что может принимать участие в ледовых шоу звезд мирового фигурного катания. И насколько я знаю, такие участия планируются в недалеком будущем.